Белгородские единороссы выбрали делегатов на 17-й Всероссийский съезд партии и подвели предварительные итоги работы за год. В Доме офицеров прошла 26-я конференция регионального отделения «Единой России». Подробности в сюжете. Уважаемые делегаты, сегодня мы подводим итоги нашей большой совместной работы за прошедший год и определяем приоритетные задачи на предстоящий период. Открыла конференцию секретарь регионального отделения единороссов Наталья Полуянова. Убедительная победа Евгения Савченко на губернаторских выборах, ремонт 70 дворовых территорий, более 500 проведенных мероприятий – это лишь часть того, что может занести себе в актив правящая партия. На реализацию проекта в Белгородскую область получилось из федерального бюджета около 600 миллионов рублей. Реализация партийных проектов наглядно показывает избирателям ежедневную работу партии. Кроме того, в начале года мы обозначили инициативу проектного подхода работы регионального отделения. Впервые каждое местное отделение партии предложило свой проект на конкретной территории. Каждая заявка была тщательно проанализирована, и часть проекта уже прошли согласование и готовится к своей реализации. Участники конференции – представители местных отделений «Единой России». Из своих рядов они выбрали делегатов на 17-й Всероссийский съезд партии. Он пройдет 22 и 23 декабря в Москве. Тайным голосованием определили 4 кандидатов на поездку. Ими стали секретари первичных отделений, показавшие наиболее эффективную и результативную работу в течение года. Большая честь и ответственность представлять Карачанский район в Москве. Поэтому я крайне горда этим событием. Я уверена, что оно будет одно из ярчайших событий в моей жизни, в моей работе. На Всероссийском съезде в Москве делегаты выстроят план действий на будущий год. Белгородские партийцы для себя список задач уже определили. Это участие в предстоящих выборных кампаниях и более тесная работа с населением. В работе любой партийной организации главное одно, главное это люди и ответственность любой политической структуры за те шаги, которые принимаются с избирателями совместно. И сегодня я бы хотела поблагодарить за ту большую работу, которая была проделана. Это последняя конференция белгородских единороссов в этом году. На ней обновили составы местных политсоветов. Это ежегодные закрепленные в уставе партии мероприятия. Оно направлено на повышение результативности работы партийцев. Илья Лядин, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.